Зияние вечного прощания. Я прощаюсь с тобой, и мне очень жаль, что событие встречи превратилось в зияние вечной невстречи. Ведь зияет только не сбывшееся, оно прячется в подсознании, и не то чтобы есть, и не то чтобы нет, только так сквозит иногда внезапно в не к месту сказанных словах и жестах, оговорках или описках. Зияет и сквозит как нечто, но на самом деле лишь ничто. И если событие — это возможность быть, то зияние — это тень, это дым, проходящий через разрез невозможности, но самой реальности. Не пугайся, когда в твоих снах моргнет своим багровым оком реальное. Проснувшись, ты поймешь, о чем оно хотело тебе рассказать. О нашей вечной невстрече. Зияние вечного прощания.